Привет, друзья! Рад абсолютно всех вас приветствовать на моем канале. И сегодня хочу рассказать про небольшой детский скверик, который появился на улице Киквидзе. Это старое название. Сейчас улица называется Михаила Бойчука. Вот. Мы гуляли с другом, со старым товарищем и зашли во двор дома номер 4. И были очень приятно удивлены. Везде идеальная чистота. Небольшой сквер, он очень зеленый. Все сделано очень цивилизованно. Много детей с родителями. Детки вовсю играются и резвятся. Сквер необычный. В нем живут симпатичные панды. Вот, пожалуйста, семейство. Скульптуры черно-белых мишек можно увидеть везде. Они сидят на клумбах, висят на деревьях. И всего мы насчитали 11 штук их. Вот табличка. Создатель парка ПАО «Киевгаз». Спасибо. Классно сделано, очень цивилизованно и очень приятно. Могут, если захотят. В центре сквера, который засажен кустами самшита, есть яркая детская площадка, на которой играют малыши. Вот панда на дереве и куча малышей, которые вовсю резвятся, бегают, играют. Им, естественно, такая площадка очень нравится. Что важно, внизу безопасное покрытие, которое предохраняет от травм, различных ударов и неприятностей. Все очень красиво облагорожено, люди очень приветливые и очень культурные. Обстановка полна позитива. Друзья, основной вердикт. Если наши власти захотят, то могут. И это самое главное. Вот еще одна табличка. А вот и панда. Она поселилась на дереве. Вот такой парк в центре Киева. Друзья, заходите гулять с детками в этот парк. Чудесно. Отличное настроение гарантировано. На этом и все. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. До новых встреч.